уже наш автомобильчик начал дымить. Это очень плохо. Опа, опа, давай, 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 давай. Ах, ускоритель закончился. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо мы проехали. Закончился бензин. А проехать-то осталось совсем чуть-чуть, ребятушки. Так, улучшаем. Давай, улучшим коробку передач. Вот. Поехали, поехали. Опа. Конечно, я не обещаю, что сейчас я туда еду, но... возможно. У нас коробка передач улучшена, поэтому скорость у нас будет выше, чем обычно. Да, видишь, несемся, несемся как. Это все благодаря ускорителю и коробке передач. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы играем в игру под названием «Машинки против зомби». Ну что ж, сейчас мы этих зомбаков разбиваем немножко, и надо будет сделать улучшение для нашего автомобиля. Улучшение для автомобильчика нашего. Прокачаем, наверное, колесики. И, я думаю, возможно, поставим мы сюда турбо. Да, турбо нужно поставить. Да, сейчас поставим турбо. Заходим в гараж. Так, турбо мы не можем поставить, но можем поставить колеса мощные. Давай, улучшим колеса. Колеса. Вот. Теперь уже другое дело. Поехали. Ох ты. Нет, не могу я наверх забраться, к сожалению. Давай, давай, машинка наша. Едь вперед, круши все, что ты можешь. Все, давай, 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 едем, едем. Пробиваем. Надо будет еще сделать, знаешь что, броньку, броньку. И тогда будет лучше машинка ехать. Ой, ой, аккуратно здесь. Так, бензинчик еще у нас есть, бензинчик. Все, закончился. Все, приехали, ребята. Закончился бензин наш. Надо покупать нам турбо. Ну, на турбо у нас деньги, кстати, есть. Покупаем ускоритель. Есть. Что еще можем купить? Недостаточно денег. Нет, нет. Спасибо. О, вау! Смотри, какой ускоритель у нас наверху. Ух ты! Смотри. Фига там пламя фигачит. Вот это ускоритель. Вот это мне нравится, слушай. Но его мало. Надо будет докупать ускоритель-то наш. Угу. Ну а так вообще ускоритель огонь, конечно, огонь. Да. Угу. Да. Давай, давай, давай. Бензин сейчас закончится и все. Я не смогу ехать дальше. Ай, чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Бензинчик. Закончится бензин. Ага. Купить мы можем только двигатели. Угу. Покупаем и едем вперед дальше. Дальше едем к победе. Опа, оп, 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 оп. Так, все, заехали наверх. Оп, еще наверх заехали. Отлично. Давай, машинка, ускоряйся. У нас же новый двигатель. Ой, хорошо как. Ой-ой-ой, поехали. Нормально. Зомбочки, зомбочки убиваем. О, вот это автомобиль, а, ребята, мечта. Мечта. Ускорителя бы еще побольше было бы. Было бы вообще замечательно. О! Я еще не знаю, что будет, если мы поставим пушку сюда. Вот это будет, да, вообще огонь. А, бензинчик закончился. Идем, едем в гараж. Пока ничего не можем купить. Надо будет потом сразу обязательно купить. Ну, вот сейчас мы проедем. И обязательно купим ускоритель. Ой, господи, зачем мне ускоритель? Я имею в виду бензин. Да. Чтобы немножечко дальше можно было ехать. Давай, 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 давай. Опа, ускоряемся. Ох, нифига, разломали машину. Да, машинку даже разломали конкретно. Ускоритель-то, а? Смотри, у нас открылся автомобиль. Можно туда зомбаков посадить. Типа, это же у нас такой минивэн. Там у нас могут садиться пассажиры. Пассажиров мы наберем зомбаков. И отвезем их куда-нибудь к морюшку. Который мы туда едем. Так, все, топливный бак. Все, и сейчас мы будем дальше проезжать.
и, соответственно, зарабатывать больше денег. Потому что чем дальше ты проедешь, тем больше дадут денежек. Вот такой вот у нас автомобиль, ребятушки, мощный. Давай ускоряемся. Вот, сбиваем всех этих монстров. Отлично, да. Я умею. Делай так отлично. Сейчас мы еще найдем кого-нибудь. О, взрывчаточку. Ой, давай, давай, давай. Ну. Все. Не хват... Опа. Ух ты, нифига, как мы перевернулись. Прикольно. Давай, давай, давай. Вперед, вперед, вперед. Да, машина мощная, видишь? Мощная машина. Ну, елки-палки, не можем мы проехать и все здесь. Чуть-чуть надо. Ну, давай купим ускоритель еще, давай, хорошо. Денег хватает, ну, поехали. Во, опа, здесь смотри, вот неудобно очень. Я хочу взлететь, и нам мешает мост. Прям вообще неудачно, как его построили здесь. Либо он был нормальный, но он разрушился. Вот. Сейчас в этом убираем всех зомбаков, сметаем все на своем пути. Машина, конечно, мощная. Смотри. Ну и, конечно, она разламывается. Оп, ускоритель закончился, к сожалению. Сейчас бы он мне пригодился здесь. Ну ладно. Ой, двигатель сломан. Да ну. Совсем чуть-чуть проехали. Денег нет. Офигеть, это впервые такое, что катку проезжаешь. Вообще столько денег мало, что вообще не, вообще практически ничего не можно. Нельзя ничего купить. Потому что не хватило. Да, чувствую я, что я могу долго здесь проезжать, ездить, накатывать мили, чтобы зарабатывать денег. Но это, в принципе, и весело будет. Здесь мне нравится, что машина большая, она так давит за боков легко. Намного легче, чем, например, у нас был первый наш автомобильчик, если вы помните. Джипик такой, да, маленький. Вот ему было тяжело за боков сбивать, убивать. А этому нет. Это вообще монстр автомобиль. Только вот что, не задача, бензин кончается быстро, да. Ну что купить, я думаю. Давай бензиновый. Бензин всегда не помешает. Все, поехали. Опа, аккуратненько. Зомбачки. Все, здесь можно быстренько. Что-то я давлю слишком много на ускоритель, как будто у меня он бесконечный. Здесь надо аккуратненько. Экономно. Вот. Прокатываемся, хорошо. И наверх пробуем. Хорошо, здесь. Ой, все, ускоритель закончился. Ладно, здесь мы своим уже ходом поедем. Оп, оп, давай, 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 давай. Мы здесь, в принципе, проезжали. Угу. Какие-то цеха постоянно, да? Какие-то рабочие цеха мы проезжаем. О, и вот здесь мы застряли в прошлый раз. А сейчас, смотри, мы проехали. Хорошо. Но двигатель у нас ломается. Хотя бензин есть. Значит, вывод такой, что нужно нам улучшать, укреплять автомобиль. Ладно, едем дальше. Ой, опять врезался. Зомбаки! Вот такой вот у нас автомобиль. Сколько мы уже автомобилей сменили, ребята, напишите в комментарии, сколько мы сменили автомобилей. Вообще, сколько здесь автомобилей в этой игре? Кто помнит? 10? Или 15. Ускоритель закончился. Ё-моё, давай, 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 машинка, давай. Во. А зомбари-то, смотри, вот эти огромные, эти жирные зомбари. Вот они прям недавно появились. Потому что до этого их не было. Да, ломается двигатель, здесь взрывается. Сейчас будем улучшать. Вот, есть броня. Покупаем. Сейчас посмотрим, как будет выглядеть автомобиль. О, прям смотри, такой монстр мобиль. Смотри, режущая кромка. Вот она, режет их. Там такой, как бы тебе сказать, даже мясорубка такая сверху установлена. Видишь, как режет всех зомбаков. Угу.
О, давай наверх. Есть, хорошо. Мы должны дальше проехать, потому что у нас есть броня. У нас двигатель не будет ломаться. Опа, давай, защитка. Слетела защита, офигеть. У нас, смотри, уже наш автомобильчик начал дымить. Это очень плохо. Опа, опа, давай, 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 давай. Ах, ускоритель закончился. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо мы проехали. Закончился бензин. А проехать-то осталось совсем чуть-чуть, ребятушки. Так, улучшаем. Давай, улучшим коробку передач. Вот. Поехали. Поехали. Опа. Конечно, я не обещаю, что сейчас я тут доеду, но... возможно. У нас коробка передач улучшена, поэтому скорость у нас будет выше, чем обычно. Да, видишь, несемся, несемся как. Это все благодаря ускорителю и коробке передач, что мы можем более высокую скорость держать. Опля, есть. Давай, 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 поехали. Где у нас показатель? Надо ориентироваться еще на бензин. Количество бензина оставшегося. А у нас стремится к нулю. Поэтому, скорее всего, мы не доедем. Сейчас он закончится. Все, начал мигать. Мигать, мигает, мигает. Оп. А доехать-то чуть-чуть осталось, а, ребятушки. Ну что ж, давай эту развесовку добавим. Вот, все, поехали. С развесовочкой мы будем раскидывать коробки там получше, мощнее. Давай, давай, давай. Во, поехали. Такой у нас автомобиль мощный, прям вообще танк. Танк, я бы так сказал бы, да. Во, смотри, давай, давай. Ой, ускоритель, все, ускоритель у нас закончился, едем на двигателе. Ну а здесь сколько, насколько бензина хватит, настолько и будем ехать. Вот так, проезжаем. Давай, 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 еще немножечко. Хорошо, отлично. О, смотри, мы сейчас проедем дальше даже. Возможно, возможно, мы доедем. Смотри. Да, да, есть большая вероятность, что мы доедем. А может, нет. Бензин закончился. Чуть-чуть доехать. Не знаю, доехали или нет. А нет, не доехали, представляешь? Ну что ж, ладно, в следующей серии мы обязательно доедем, ребята, с вами. На этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, до новой серии. Пока-пока.